Киевская «Динамо» принимает Олег Надуда. Подача в штрафную. Гол! Это 11-метровый, 100%. Дмитрий Михайленко. Отлично. Тяпушкин, я еще раз подчеркну, он вратарь. Можно играть. Ну! Но надо забивать, ребята. Киевская «Динамо», видя соперника, отбегал назад. От Леоненко опять мячом. Удар. Гол! Молодец. Вот, наконец-то, Леоненко. Чем делать бомбардир. Киевляне в атаке. Опаснейший момент. Ай-яй-яй. Гол! Опять Леоненко. 5 минут до конца. 2-2. Киевская «Динамо» сравняла счет. Проигрывала 0-2. И вот гол. Ой-яй-яй. Телезрители видели. Посмотрите, какой красивый гол. Сергей Ребров. Как бывает.